Заседание Казахстанского Сената с участием президента прошло без журналистов. Их просто не уведомили. Не было и прямого эфира во время выступления Касым-Жомарта Токаева, в котором он говорил о ситуации в стране и предстоящих парламентских выборах. Жақтағандар елу, қарсы болғандар жоқ, қалыс қалғандар жоқ. Депутаты проголосовали за предложенную Токаевым кандидатуру Маулена Ашимбаева на пост спикера Сената. Он и до этого возглавлял палату. На днях был переназначен депутатом. После выступления Токаев покинул здание парламента. К сожалению, мы не знали о том, что будет сегодня совещание с участием президента, потому что вчера пресс-служба Сената анонсировали, да, предстоящее пленарное заседание, но оно было назначено на 14:30, и мы надеялись на то, что вот именно на этом заседании будет само избрание спикера, и очень на это рассчитывали. То есть как гром среди ясного неба сегодня с утра мы узнали о том, что оказывается президент в Сенате, и что вот все избрание спикера, оно вот проходит за закрытой дверями без участия журналистов. Это каждый раз возмущает, потому что это важное событие. Как-никак спикер Сената – это второй человек во власти, и почему-то его избрание оно проходит без участия журналистов. Почему это все вот как-то делается подковерно, как-то вот в тайне? Енді осындай бір маңызды шараларда жалпы журналистерді қатыстырмау деген нәрсе осылай әдетке айналып бара жатыр. Енді Тоқаевтың өзінің айтатын сөзі бар ғой, естейтін үкімет, ашық мемлекет деген. Осыған бір қарама-қайшы секілді осы әрекеттер. Жалпы журналистерден таса президенттің қашатыны осы қызық. Сіздің ойыңызша не себепті президентті журналистерден аулақ ұстайды? Может бояться, что мы сглазим президента? Или другого у меня варианта, вот логичного объяснения вот этой ситуации, которая у нас складывается сейчас, у меня нет. Кездейсоқ бір өткір сұрақтар қойылып кете ма деп қорқады, оның үстіне мына қаңтарға байланысты сұрақтар қойыла ма деген секілді алаңдаушылық бар деп ойлаймын. Президент Токаев редко дает интервью казахстанским СМИ. Многие заседания с его участием проходят без прессы. Журналисты наблюдают за выступлением президента с монитора в отдельном помещении. Во время выборов, референдумов и прочих политических кампаний представители независимых СМИ не пускают на участок и в другие места, куда приезжает Токаев.